Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередной обзор на спиннинг компании Nautilus Magnet SX, 214 сантиметров его длина, с тесте 2.10. Как и обычно, я решил снять видео на воде тестирование спиннинга. Что же из этого получилось? Спиннинг меня не удивил, не поразил, а я бы сказал, так скажем, огорчил. Что же получилось на самом деле? По микроджигу он не работает совершенно. Я ставлю коротенькие видео, где я бросаю 3 грамма, 4 грамма плюс приманка. То есть максимум там 4 грамма получается в купе. Бросковое качество присутствует, но при силовом забросе. То есть, если бросать 3 грамма с одной руки, дальше 10 метров ничего не улетает. При силовом забросе, да, примерно метров на 20 полетит. Что касается самого спиннинга. Спиннинг имеет такой вот катушкодержатель скелетонного типа. Он уже давно никем не используется. Данный спиннинг первый в исполнении. В 2020 году появился обновленная модель Magnet SX. Я бы сказал, непропорциональный. Здесь у нас вот такой вот. Здесь чуть потолще. И верхние гайки в два раза толще, чем нижний. Я его потестировал, погонял. 10 грамм не стучит. По верху теста 10 грамм не стучит. Я решил прямым образом поиздеваться уже над данным спиннингом. Я решил увеличить груза. Что я на него поставил? 14, 16, 18, даже 20 грамм. Данный спиннинг не перегружается, бросает любые веса. Но выше 20 грамм я не пробовал. От 10 грамм можно смело бросать спиннинг привычно, без всяких силовых забросов, одной рукой делать замах. И где-то вот 12-14 грамм начинается отбиваться в руку. Палка позиционируется по верху теста как джиговая. Но опять же говорю, 8-10 грамм, совершенно никакой чувствительности. Пробовал на реке, где гравий щебень, пробовал на озере, где илистое дно, где глина, твердое дно. Эти 8 грамм никак не отбиваются. Ну и заброс у нее, еще раз говорю, то есть 10 грамм она начинает бросать. А по низу теста только при силовом забросе. Глубоко уверен, что ни один ультралайтовый спиннинг так себя не должен вести. Кумель. Дубина дубиной. Кумель мощный. И вот, видите, вершина. Она не гнется. Совершенно не гнется. Ни о каком я усилия с усилием пытаюсь сделать. Нету никакого здесь фаста, ни о каком джиге, данной микроджиге, данной палочке не может быть речи. Простой универсал, бюджетный универсал от компании Nautilus. Вот такой вот обзорчик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.
Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем пока!